Всем привет, мы на 27 уроке по Terraform. На этом уроке и на следующем мы будем изучать модули Terraform. Это очень важная тема для профессионального уровня писания кода, программирования, не знаю, писания наверное, кода на Terraform. Очень-очень важная тема, облегчит вам жизнь и сделает ваш код профессиональным. И все, да. Ладно, поехали. Представьте себе, что вам сказали сделать такую VPC на Terraform. То есть, мы, в принципе, похоже, кстати, делали, только попроще, да, на прошлом уроке. В общем, вы пишете ваш код, который создает вот такую красивую VPC. Молодцы, создали. Там называется, допустим, она production. Потом вам сказали, слушай, нам нужно одновременно сразу создать еще одну VPC. То есть, две VPC в нашем production. Уже должно быть prod1 и prod2, да? Prod1, prod2. Что вы делаете? В принципе, берете копипест вашего всего кода. Исправляете там один параметр, да, этот name, да, допустим, и все. Подняли. А, кстати, этот код был там, ну, 500 строк, да. То есть вы копипест делаете 500 строк, да, уже 1000 строк. Окей. Окей. Дальше вам сказали, слушай, нам нужно еще поднять вот такую VPC. Окей. То есть она, видите, сама такая простенькая совсем. То есть вообще, не надо gateway нету, нет private subnetов, просто... И два, короче, это очень простая. То есть, опять же, копипест вашего кода, вырезаете кучу всего ненужного, там остается там 200 строчек кода, все, работает. То есть, ваш общий код увеличился еще больше, да, как бы. И потом вам сказали, слушай, нужно вообще VPC нам сделать гигантскую, там, мы переходим в другой регион, там три availability zone, нужно их все использовать, вот такую нужно сделать. А потом вам могут сказать, ну, знаешь, нужно таких три сделать, или четыре, или вообще мы переходим в этот, в регион, в Амазоне есть регион, North Virginia, самый главный большой регион, в нем 6 availability zone на сегодня. То есть там вообще гигантский. Вам говорят, тут нужно сделать все, используя 6 availability zone, уже гигантскую сделать сеть. То есть вы свой код начинаете копипест, расширять, уменьшать, разделять. В общем, это геморрой. В принципе. В обычном языке программирования, если вам такое бы сказали, то есть у вас, в принципе, дело общее. Вам нужно делать сеть, создавать. Просто сеть с разными, как говорится, этими параметрами, да, то есть в ней две availability zone используются, в одной три, в другой столько-то сабнетов, в другой меньше сабнетов, такие надо делать, такие не надо, то есть в принципе это все одно и то же, только нужно сделать разные в зависимости от параметров, которые вам дают. В языке программирования самом простом и обычном, мы, допустим, я возьму как будто бы это Python, делается в принципе вот так, вот представьте, что вот это ваш код, который поднимает сеть, который делает вашу сеть. И смотря какие параметры вы пошлете, он то и сделает. Поэтому, в принципе, это функция. Вот это типа функция Python, которая называется create network. Ей всего лишь нужно 4 параметра. Environment, то есть это prod, prod1, prod2, там dev, staging, не знаю, как угодно. Это типа имя VPC, вообще всей сети. Сайдерблок этой сети, которую использовать. И перечень, то есть такой лист public subnetов. Ну, этих сайдер-блоков для них, которые вы хотите создать, и private subnetов. И причем, видите, я еще сделал, что это равно и пустой лист, то это типа by default. То есть по умолчанию, если вдруг вы пустой, это как вы не передаете этот как вы, параметр, то это будет пустой. То есть не надо типа делать. Если не передаете этот параметр, то не надо делать, это будет пустой. В общем, окей. И он возвращает, эта функция вам, то, что в принципе надо, нам уже возвратить VPC ID готовый, и ID этих сабнетов public, и ID сабнетов private. В принципе, все очень просто. Если перевести на язык Terraform, то, в принципе, мы делаем код, да, и аутпуты у него есть. То есть это variables, это код сам, типа это допустим, variables, это main, да, а это аутпуты. Аутпуты это. На языке программирования нашем вот этом типа Python, чтобы создать теперь кучу сетей, все очень просто. Допустим, сеть тест равняется create network, мы посылаем к ней, что называется сеть тест, вот этот сайдер блок для всей сети, и мы из нее делаем эти сабнеты. Один такой, этот public subnet. Private'ов не будет создано, видите, мы их упускаем. Молодцы мы. Dev, теперь создать VPC-сеть. Посылаем параметры dev, сайдер блок, и тут два, это лист. И для public subnet, и лист для private subnet. Все, готово. И, в принципе, такой же пример для production. Если можно было, конечно, третьих, как его сабнета сделать. Ну, просто места не хватало на экране. То есть, в принципе, вот и все. Мы сделали функцию, которая теперь у нас универсальная. Она делает нам сети в зависимости от наших параметров. Все, как бы весь magic происходит внутри. Там, что создать, что не создать, все, что сконнектить с кем. Короче, в общем, все происходит внутри. И... Модули в Terraform это функции, можно сказать. Это функции такие, это как бы код, который принимает variables, который что-то делает,
в зависимости от тех variables, и делает output, вот и все. И мы можем его reuse сделать, как бы это код reusable, и который можно использовать еще, еще и еще, и делая сеть. И вот такие дела. И вот мы на нашем Terraform. Давайте откроем. Я здесь уже подправил, как говорится, что. Что я поправил? Это наш код VPC. И этот код VPC я взял с прошлого урока, вот этот Layer 1 Network, и просто сделал его более клевый. Давайте я покажу вам полностью, что я сделал. Variable. Какие переменные получает? Получает VPC Cider Block, VPC получает environment, типа там name, dev, prod, stage, как назовем. И получает list public subnet Cider блоков и... Это как для правит, что использовать. Вот видите, и by default даже у меня все установит. То есть, в принципе, вообще можно запустить, все сразу работает, вообще классно. И аутпуты, ну, там понятно, стандарты, в принципе, такие же аутпуты. Сайдер, этот VPC ID, сайдер блок его выдать, ну, тот же, который мы пересылаем, в принципе, ну, чтобы был. И public subnet IDs уже, ID, которые будут созданы, и private subnet IDs, которые будут созданы. И вот наш main. Если я писал, что это что делает, VPC, Internet Gateway, Public, Private, NetNut Gateway, все раутейблы, все делают. Давайте пройдемся так вкратце, пройдемся, чтобы вы все понимали вообще, что это такое. То есть, в принципе, когда вы пишете ваш модуль, да, или код, который в конце хотите сделать из него Terraform модуль, это обычный код, абсолютно обычный код. Видите, main, output, variable, то есть пишем, сейчас проверим, что он все работает, и просто из него мы сделаем модуль. Это делается очень-очень просто. Главное, чтобы ваш модуль, главное, чтобы ваш код работал хорошо, модуль из него сделать очень просто. Ну, в общем, смотрите, давайте пройдемся. Мы делаем VPC. Дальше мы делаем Internet Gateway, который притачен к VPC. Окей, да, все понятно. Дальше мы делаем сабнетов. Сколько штук, count. Он у нас длину, сколько этих, как его, вещей, сколько этих сайдер блоков нам закинуто в переменной public subnet сайдер, вот в этой. Сколько здесь? Здесь, видите, две. То есть в данном случае он создаст... где там оно, блин, делось? В данном случае две он создаст. Но если мы перешим туда больше, он создаст больше, значит. И он начинает как в этой VPC, берет эти элементы сайдер блоков, ability zone начинает проверять, как будто эта дата используется, то есть по одной. И делает, чтобы все эти, как его, public IP адрес получали в этих сабнетах. Ну, даже public, почему не получать, правильно? И так делает, там будет написано, допустим, dev, public, и там один, dev, public 2, dev, public 3 и так далее. Route table. Мы делаем один route table, всего лишь один, здесь нет каунта, в котором будет сайдер блок, в котором будет route 1 в интернет, идти через Internet Gateway. И назовется он там так. И мы это все приотачиваем. Route как association делаем. То есть мы ассоциируем этот route table со всеми нашими сабнетами, которые были сделаны. Вот поэтому у нас count здесь есть, чтобы пройтись по всем. Окей. Теперь. Not Gateway with Elastic IP. У нас это для это как если для private надо делать. Для этого, чтобы Not Gateway сделать, вот это все Not Gateway, нужно Elastic IP, то есть постоянный IP-адрес. Сколько штук, сколько private subnet'ов нам закинули, столько и штук делать. Вот и все, VPC и все. И теперь мы их, это как его, мы делаем NAT Gateway. NAT Gateway нужно, это как его, location ID этого IP-адреса. Сколько штук, то, кстати, тоже NAT Gateway делаем. Столько же, сколько нам прислали этих, как его, длина этих subnet. То есть в данном случае у нас два, да, два сайдер блока, значит, два NAT Gateway делать, два IP-адреса делать. И, что оно все время это? А так вот надо нажать дважды. И вот такие дела. То есть, где-то это паблик, вот он. Not Gateway, это как его, Elastic IP, Not Gateway сделалось. Кстати, если этот будет private subnet будет равно 0, длина его, то есть, если вот здесь у нас будет ничего, то он и делать-то не будет, правильно? Понятно, да? То есть, count будет равен 0, значит, ничего не делать. То же самое здесь, count 0, значит, ничего не делать. И private subnet и routing, в принципе, похоже как на public, только чуть-чуть здесь по-другому все же, потому что есть route table больше. В общем, первое, subnet мы делаем, сколько штук, в зависимости от длины, сколько этих private subnet нам, прислали. Прислали 2, значит сделаем 2, прислали 0, значит сделаем 0 и назовем их private. Молодцы мы, да? И дальше route table. Route table мы делаем отдельно на каждый subnet. Почему? Потому что мы хотим, чтобы над gateway пересылалось все, короче, чтобы все было в каждой availability zone свое. То есть, если одна availability zone накрывается, доступ в интернет продолжает быть. То есть, все четко. То есть, рауты были четкие у нас. И поэтому, сколько нам route table нужно сделать, столько же, сколько у нас сайдер блоков. И у нас вот в интернет, куда засылать? Засылать это на NAT Gateway. И какой NAT Gateway? Видите, NAT Gateway ID какой брать? В зависимости от аккаунта у нас же мы же несколько штук создали. И ассоциация, то есть это как его
первый раут тейбл к первому сабнету, второй раут тейбл к второму сабнету, третий раут тейбл к третьему сабнету. Вот так вот происходит. Поэтому здесь каунт и здесь каунт у нас стоит. И все, в принципе. Да, вот и все. Давайте, у меня сейчас Сингапур, это регион Сингапур. Давайте пойдем и запустим это дело, посмотрим, как это все работает, и посмотрим, как мы это меняем. И lesson 21. Form init. Как бы вы когда делаете модуль, обязательно перепроверяете, перепроверяйте разными этими как его параметрами, смотрите, что ваш модуль становится универсальным. То есть подправляйте разные вещи, которые надо, которые не надо. В общем, короче, мы сразу apply будем делать. И вот, кстати, я сейчас на этом Сингапуре. Вот я сейчас в VPC, видите, VPC у меня вообще никаких. Я даже стер default VPC, ничего нету. Сабнетов никаких нету. Раутейблов ничего нету. Просто пусто вообще, ни черта нет. Все, все мертво. И сейчас мы здесь будем создавать. И 17 ресурсов, видите, будет создано. Ну да, давай. И сейчас понесется. Представляете, сколько вам стоит, сколько вам возьмет времени вручную делать, как его сеть, да, вот такую, допустим. Ну, два сабната таких, два сабната таких. Ну, возьмет, допустим, там, не знаю, ну, когда быстро делаете, может за час сделать, даже можно, в принципе, и меньше. А если вам нужно сделать целую кучу таких сетей, то и вручную все делать, это на консоли сидеть, это вообще загнуться. А когда вы написали один раз код, запускаете, это за минуты поднимается. Огромные вещи поднимаются за минуты. Поэтому в чем прекрасная инфраструктура в коде. Все, он сейчас поднимает. Если мы сейчас зайдем сюда, увидим уже вот наши VPC. Вот наши сабнеты уже появляются. Вот наш routable 1, скоро еще два появятся. В общем, все супер. Сейчас он когда все доделает, и все. Полная сеть, готовая, полностью рабочая. Поверьте, я даже проверял, запускал и сервер в public subnet, на него получилось достучаться, сделал сервер в private subnet, залез на него, проверил, что у него есть пинг в интернет. Все отлично работает. Всегда перепроверяйте, что ваш код работает. Ваши, как говорится, вот эти три файлика работают perfect, все как надо. Все готово. Видите, наш output выдал. Private subnet ID, который он создал. Public subnet ID, cider block и VPC ID. Все супер-пупер. Теперь давайте для проверки добавим сюда чего-нибудь. Допустим, добавим сюда еще один. Этот, как его? Еще один subnet нам нужен. Мы расширяем все сеть наш. Потому что в этом, как в Сингапуре, два этих, как его? Три availability zone. Давайте использовать их все. 10, 0. Бензин будет 33, допустим, да, у нас 24. То есть, видите, просто добавляю две вещи. Сейчас запускаем Terraform Apply. И он добавит то, что нам не хватает. Изменит все вещи, которые там связаны, все раут-тейблы, раутинги, все пропишет, все как надо. То есть, и так очень круто, как бы изменения настолько простые, и оно вам все, что нужно, делает. И у нас в конце output будет 3 subnet private, 3 subnet public. Все, добавить 7, ведь изменить 2, это в смысле всякие route table там поменять. И вот, видите, готово. 3 subnet таких, 3 subnet таких. Если перейдем в наш консул, subnet, добавились subnet, route table это у нас все создались. И где-то Elastic IP еще один третий добавился. И NAT Gateway 3. В общем, все супер-пупер. Если мы пройдемся по раут-тейблам, вы видите, private, видите, посылает на один NAT. Следующий посылает совсем уже на другой NAT. Третий на третий NAT. А public там один раут-тейбл, все, видите, все засылать в интернет. Через интернет-гейтвей. То есть, вот так вот чудно. Все чудно-причудно. То есть, у нас все работает. Ну, давайте последний на тест все же сделаем. И мы уберем вообще private subnet. Вот. Нам не нужны private subnet. Вообще не нужны. Решили поменять, как говорится. Планы изменились. Private subnet больше не нужны. То есть, по идее, эти все должны вещи быть. Output в конце нам должен быть нулевой. Он должен постирать целую кучу всего. Route table, NAT gateway. В общем, кучу всего должно стереть. То есть, в принципе, это как бы. Представьте, что это совсем другой. Этот как его. VPC, который нужно сделать. Ну, и опять же, название можно поменять. В общем, всякое такое. Сайдер блока этого даже можно поменять.
Все, видите, private subnet пустой, их нету. Перейдем сюда. Вот у нас были subnet. Сейчас сделаю refresh, и private исчезнут все. Все исчезли. Route table тоже ненужные ушли. Elastic IP ушли. В общем, все ушло. Отлично. Все работает. Окей. Давайте, наверное, теперь уже начнем делать наш модуль. Пока единственное, что мы сделаем на этом уроке, мы сделаем наш модуль. Использовать будем в следующем уроке. Модуль это отдельные, как это, как функции, да? Их всегда ложат в другую директорию. Или директорию, и вообще их, конечно, можно хранить даже на GitHub. И на следующем уроке я вам покажу, как хранить их на GitHub. Давайте в нашем Lesson 21 сделаем директорию. Второй назовем Modules. И в директории модуля сделаем еще одну директорию. У нас этот модуль делает сеть. Да, вот мы сделаем директорию network. Net. Даже сделаем, знаете, как AWS network. Вот так. Потому что вдруг мы модуль напишем не для AWS, а для чего-то другого. Вот я сделал директорию AWS. И просто вот эти три файла берем и туда перекидываем. Все, наши файлики в AWS network. Отлично. Что нам отсюда нужно изменить, чтобы это стало модулем? Выкинуть вот это дело. Серьезно, вот просто берем и выбрасываем. И сохраняем. Все, мы сделали модуль. Серьезно, это наш код полностью, это готовый модуль. Вот это, то есть, в принципе, ничего не надо было изменять. Здесь видел, только я выбросил этот провайдер, который не нужен, потому что мне не нужно указывать, особенно в каком регионе там это будет все бежать. Да. Все это будет бежать в регионе, который я запущу. Все, наш модуль готов. Так можно здесь, допустим, new folder, там вы сделаете, допустим, попробуйте сделать модуль для security group. Модуль security group AWS. И сюда закидываете файлы. Допустим, так вот. Да. Круто. Окей, мы сделали модули. Как эти модули использовать? Их будем использовать из другой директории, где будет директория нашего проекта. И давайте сделаем директорию, допустим, не знаю, Project A. Можно, конечно, и в текущей директории это все держать. Ну, лучше красиво по директориям распихать. То есть у нас, видите, как бы в нашем Lesson 21 внутри будут модули, которые используют наш проект. Вот типа того. То есть кто-то пишет модули, какой-то программист, и нам добавляет. А кто-то пишет уже, использует эти модули. Вот мы их написали, мы сделали один большой модуль. А на следующем уроке мы будем использовать этот модуль. Очень-очень просто. Ну ладно, все, всем пока, до встречи на следующем уроке.